ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुज्जीरयेत् अष्टप्रयेष्वभाद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भागवाच्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि च नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्तादेशतारिणे। ॐ अज्ञानचिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्राजतां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणसिन्धो दीनबान्धो जगत्पते गोपेशा गोपिककान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासजी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामश्रेष्ठमनुमपि शाचिपुत्रमत्रा स्वरूपं रूपं तस्य ग्रजामुरुपुरीं मधुरीं गोष्ठवाजिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिकमाधवशां प्रप्तो यस्या प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। Я хочу прочитать стих один из Шримад-Бхагаватам, в котором Махарадж Прахлад говорит о настроении, в котором мы можем изучать Шримад-Бхагаватам. Это стих 7.9.39. Я вам как-то его уже читал, но мне хочется еще раз это сделать. Найтадманаставагатхасувикунтханатха самприятедуритадуштамасадутиврам Каматурам харшашокабаяшанартам тасминкатхам тавагатим вимришамидинахам. Махараджа Прахлада говорит: «О, владыка Вайкунтхи, планет свободных от тревог, мой ум, полный вожделений и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. Его, то есть мой ум, то и дело охватывает печаль, страх, и он непрестанно жаждет денег. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о тебе. Стало быть, я падший и очень несчастный. Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать твои деяния?» Шилпрупада говорит в комментарии. В этом стихе Махараджа Прахлад говорит о себе как об обычном человеке, хотя на самом деле он не имеет ничего общего с материальным миром. Но мы имеем общее с материальным миром, и эти стихи про нас. Махарадж Прахлад говорит, что мой ум полон тревог, греха, вожделения. Я ликую, когда
чувство испытывать счастье, я погружаюсь в скорбь, когда чувством неприятно, меня схватывает печаль, страх, и я непрестанно, то есть не я, а он, ум, непрестанно жаждет денег. Деньги – это олицетворение. И нет, и поэтому не находит удовольствия в беседах о тебе. Стало быть, я падший и очень несчастный. С этого начинается наше изучение Шримад-Бхагаватам, да, мы с интроспекцией, с такой, с того, что мы не горделиво подходим, вот сейчас мы изучим Шримад-Бхагаватам. Мы на самом деле не изучаем Шримад-Бхагаватам. Мы не можем этого сделать, потому что изучать можно только то, что ниже меня, да, только то, что чтобы изучить, нужно омертвить, как объяснял Шрила Бхактивинода Свами Махарадж. Чтобы изучить, нужно лягушку разрезать, тогда ее можно изучать. И это принцип изучения в материальном мире. Мы сделаем что-то объектом познания. Объект означает мертвый, означает... Но в случае Шримад-Бхагаватам все наоборот. На самом деле мы молимся, поэтому это не просто формальность, но это наша попытка проникнуться правильным настроением, чтобы стать не субъектом этого процесса изучения Шримад-Бхагаватам, но стать объектом этого процесса. Это означает, что мы занимаемся свадьяи или изучением себя, в конце концов, изучением своей, ну, своей природы на страницах Шримад-Бхагаватам. Вот. И давайте мы сейчас обратимся к этому стиху. Сегодня 27 стих. Он, безусловно, заслуживает пристального внимания. Комментарий Шрилы Прабхупады просто поразительный. Этот комментарий, ну, пожалуй, является наилучшим обзором всей Бхагавад-гиты. Ну, наилучшим, ну, одним из наилучших точно. То есть это удивительный обзор Бхагавад-гиты, и мы с вами сейчас его почитаем. Как Кришнакирти Прабху отметил, его, конечно же, этот комментарий нужно читать по частям, обсуждать. Мы с вами это сейчас сделаем. Вот. Прежде я в двух словах все-таки напомню, как мы пришли к этому месту, как мы вообще здесь очутились. Да. Вот. И мы изучаем с вами Шримад-Бхагаватам, еще раз, изучаем в том смысле, что мы пытаемся стать как бы системой этой, да, образовательной системы, скажем так, элементом этой системы. Мы приходим сюда не для того, чтобы покорить Шримад-Бхагаватам, не для того, чтобы покорить Бхакти, а для того, чтобы вспомнить, что на самом деле я являюсь частичкой всего этого. Я уже являюсь частичкой какого-то огромного, прекрасного мира. И это не просто какой-то фантастический мир там Толкина или там Барсума там, или что-то еще, да, какие-то вот, выдуманные. Но это реальный существующий мир, который более реален даже, чем тот, в котором живу я сейчас. И поэтому наши попытки как бы в него проникнуть, они не, ну, как бы это не хобби, что ли. Вот. Мы можем так думать, мы склонны так думать, это называется идолопоклонство, да, то есть мы склонны думать, что, что как бы это вот часть моей жизни, что вот Шримад-Бхагаватам, Бхакти, практика Бхакти, садхана, это какая-то часть моей жизни. Кто-то может даже считать, что это лучшая часть его жизни. Но в действительности это не так. Это не часть нашей жизни. Это и есть наша настоящая жизнь. И вот сейчас именно, когда мы изучаем вместе Шримад-Бхагаватам, это наше окошко в нашу настоящую жизнь. И все, что будет происходить потом, это будет либо майя, ну, если мы так это воспринимаем, да, отделенным от Кришны, либо это будет наша... Весь день сегодняшний пройдет в попытках сделать все необходимое для того, чтобы вот то, что мы сегодня утром увидели или услышали, чтобы оно стало моей ежедневной реальностью и круглосуточной реальностью. То есть это моя... Все, что я делаю, это просто... Я понимаю, о, боже мой, так все, что я делал, это все, что я сейчас делаю, на самом деле нужно только для того, туда я должен прийти. Истинное мое благо будет в том, что я... В том, что я как душа себя осознаю. И душа означает не просто я душа, но душа означает, я вижу контекст. Да? Душа означает, я вижу, что ну, есть сверхдуша, ну, не просто сверхдуша, есть Верховный Господь, любящий, заботливый, и я частичка его мира.
Вот об этом речь. И для того, чтобы так Шримад-Бхагаватам понять, нам нужно постепенно подходить к этому. Сегодня я слушал лекцию Шрилы Прабхупады утром, в которой он говорил о каких-то простых вещах. Это начальные годы, там к нему обращаются как свамиджи еще. И один из учеников или там последователь вдруг задал вопрос, поднял руку, видимо, и спросил: «Свамиджи, а какие отношения между Баларамой и Радхой?» Вот. И Шрила Прабхупада устроил ему там разнос. Шрила Прабхупада говорит: почему ты... Он ему как бы ответил, в принципе, потом, в конце, но сначала он ему устроил разнос. Он говорит: ты вообще почему задаешь вопросы не по теме? Он говорит, Шрила Прабхупада говорит: во-первых, ты не поймешь все равно такие темы. Это не для тебя темы. А во-вторых, сейчас у нас другая тема. Я вообще не говорил о Радха Кришна Татве. И Шрила Прабхупада говорит: Радха Кришна Татва очень сокровенная. Чтобы понять Радха Кришна Татву, это 10-я песня, Шрила Прабхупада говорит. Да, это в этом цель. Но чтобы ее понять, сначала вы должны понять первые 9 песен. И прям вот, прямым текстом Шрила Прабхупада об этом говорит. И потом он объяснил там какие-то нюансы, но он сказал: да, в Чайтанья Чаритамрите это объясняется. Радха Кришна Праная Викритир Хладини Шактира Асмат, цитирует этот стих. Вот. Но, говорит, сейчас мы не об этом, я настаиваю, Шрила Прабхупада говорит, мы сейчас говорим вообще не об этом. Так вот, да, это трансцендентная сфера, и это 10-я песня Радха Кришна Татва, и нам с вами нужно это понять. Но прежде мы должны подобраться туда. И вот первая песня, основополагающая, потому что она описывает Адикар Татву, да, она описывает то, как правильно слушать Шримад-Бхагаватам. И мы видим эти три режима слушания. Режим Джигьясу, который олицетворяют мудрецы на Мишаране, режим Мумукшу, который олицетворяют Нарада Муни, затем Вьясадева, да, и в конце концов мы видим этот режим Махараджи Парикшита, который олицетворяет чистого преданного, Уттама Адхикари, стремящегося принести духовное благо всем через слушание, через то, чтобы даровать Кришна Катху всему миру. Вот. И мы учимся вот этому, и мы смотрим, кто такой Махараджа Париш, как это все было обеспечено, почему он был таким великим преданным. Вот. И вот в этих главах как раз мы сейчас читаем о бэкграунде, да, или о том, из какой семьи, что было в генах Махараджа Парикшита, каким удивительным человеком был он. Вот здесь в 15 главе мы читаем эту беседу между царем Юдиштирой и Арджуной, когда Юдиштира задал ряд вопросов, и он все время боялся, помните, да, он боялся задать главный вопрос: неужели Кришна ушел? Хотя он сердцем чувствовал неладно. Вот и здесь Арджуна, вот эта глава, она показывает, как Арджуна, что было в сердце Арджуны. Арджуна вспоминает события вот эти, он вспоминает, как Кришна проявлялся, и он говорит: да, на самом деле, действительно, мой любящий друг, он меня покинул. Вот в чем проблема. И да, ты прав, я потерпел поражение в бою. И там Ачарьи объясняют, что Прабхупада, они объясняют подробно, что на самом деле это был сам Кришна, который пришел в облике этих гопов. Вишванатха Чакраварти говорит, что «па» означает «пала», или «защитник», «го» означает «земля и небеса» в данном случае. То есть гопа – это были не просто какие-то крестьяне, да, вот, или там, это были божественные сущности, гопа, то есть покровители небес, строго говоря. Но мало того, да, никакие покровители небес бы не смогли забрать у Арджуны женщин этих. На самом деле это был сам Кришна. В соответствии с проклятием Аштавакры Муни эта ситуация произошла. Вы обсуждали, да, наверное, что как это произошло. Так вот, это был Кришна на самом деле. И это все мы вспоминаем. Там, кстати, интересный момент. Я обратил внимание, что когда с Бимой там был, сейчас я буквально за себе даже тут пометил. А, да, интересно. Ну ладно, это мелочи, давайте пойдем дальше. Так вот, вот эту всю ситуацию мы видим, как они вспоминают, как у Арджуны постепенно поднимается вот эта дасья-бава, усиливается и как бы уступает вот этой сакья-баве. Вот. Там интересно, Шрила Прабхупада объясняет, что такое сакья,
Да? А я не помню, это не Прабхупада. Вишванатха Чакраварти объясняет, что такое саки, что такое майтра и что такое сухрит. Вот, что сухрит – это саки с вацалией, с примесью вацалии, что, что майтра – это сухрит. Ой, то есть, что это, да, что это саки с даси, с примесью даси. Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж на днях в лекции одной в Бангалоре рассказал, что майтра – это означает дружба с расчетом. С расчетом. То есть человек служит, но как бы имеет в виду что-то постепенно. Тоже интересный нюанс. Так вот, давайте посмотрим, что же произошло. И вот сейчас 27 стих, он как бы... Это последняя фраза Арджуны. Он говорит, я все сказал. Все. Так вот, и поэтому он говорит, больше, пожалуйста, ни о чем меня не расспрашивай. То есть это итог. И вот здесь Шрила Прабхупада подводит этот итог. Давайте мы его прочитаем. Значит, стих 39. Ой, 39, не туда смотрю. Стих 27. Да. Дэша каларта юкта ни хритта по шамана ничам харанти смараташ читам кувинда бхита ниме. Такие очень... Само настроение такое очень мелодичное, такое... драматичное даже, что ли. И он говорит, «Сейчас для меня стали притягательными наставления, данные мне личностью Бога Говиндой, ибо они изобилуют поучениями, способными в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе, то есть здесь несколько разделов комментарии, несколько частей. И мы с вами посмотрим их и попробуем разобрать все, что здесь нам Шрила Прабхупада доносит. В этом стихе Арджуна говорит о наставлениях Бхагавадгиты, которые Господь дал ему на поле битвы Курукшетра. Господь оставил после себя наставления Бхагавадгиты не только на благо одного Арджуны, но для всех времен и земель. Это важное утверждение. Мы начнем прямо последовательно, будем разбирать с вами комментарии Шрилы Прабхупады. Да? Так вот, Шрила Прабхупада подчеркивает, что наставления Бхагавадгиты универсальны, и это действительно факт. Мы Шрила Прабхупада поэтому настаивает, что да, действительно, эта ситуация была, но она универсальна. То есть, как бы, понимаете, как мыслит как бы разумный человек, интеллигент, да? Он интеллигент, привык воспринимать реальность не поверхностно, ну, интеллигент, то есть разумный человек, мыслитель, да, он привык воспринимать уроки всегда, подоплеку видеть, а что это означает, а к чему это все ведет. И поэтому, когда такие разумные люди или мыслители теряют руководство, то есть перестают действовать под руководством, они загоняются вот в этих вот своих измышлениях. И поэтому появляются такие теории, что якобы на самом деле не было битвы на Курукшетре, Пандавы это пять чувств там, и так далее. Да? То есть теории, которые отстаивал Ганди, в частности, Радхакришнан, доктор Радхакришнан, первый президент Индии. Вот. Все эти вещи, как бы, они очень сильно... Они находятся в нашем уме, если мы теряем руководство. И поэтому это когда мы в крайность уходим, мы полностью отрицаем. Или другая крайность похожая, может быть, вы даже слышали, есть некоторые преданные, которые трактуют Шримад Бхагаватам исключительно как бы с вот этой вот, с точки зрения подоплеки, что, ну, это означает на самом деле здесь вот такая вот бхакти, там, Яна Мишра Бхакти, она там сталкивается с карма Мишра Бхакти, вот, и, но мы теряем при этом смысл, что на самом деле эта история действительно произошла, потому что это Бхагаватам об этом говорит, или же мы читаем Лилы Кришны и говорим, ну, да, вот, там, этот там демон олицетворяет такую-то анардху. На самом деле это просто битва анардх в нашем сердце. То есть Кришна борется с нашими анардхами. Но нет, это не только то. Это одновременно с этим, это конкретная лила Кришны. Это действительно происходило. И иногда, особенно когда незрелые преданные читают, например, Кришна Самхиту, Бхактивинода Такура, они начинают отрывать вот эту вот вещь. То есть, да, они представляют
мы представляем, что вот эти истории Бхагаватам – это исключительно вот морально какие-то поучения, басни, что называется, да, там, потому что, ну, ворона и сыр, да, ну, не было же никакой вороны, понятно, это же аллегория все. И вот иногда мы также думаем про Шримад Бхагаватам, ну, или Бхагавад-гиту, но это неправильно. И Шрила Прабхупада подчеркивает здесь, что нет, это действительно было. И вот в этом разница между мыслителем и последователем. Да, то есть мыслитель самостоятельный, который может что-то придумать, но последователь. Очень важный этот момент, что бхакти всегда означает «я следую по стопам». И поэтому первые четыре анги бхакти таковы, что гуру падаша – это смат, я принимаю духовного учителя, затем я получаю инициацию, я слушаю наставления и следую им. И четвертое, как там саду анугамана, да, то есть я следую по стопам святых. Я делаю то, что святые говорят, и я понимаю их мировоззрение. Вот. Это вот, ну, первый наш подход. Поэтому вначале, когда мы говорим, вот, читаем комментарии, сразу же мы вспоминаем, что нет, на самом деле нам нужно все это, что будет дальше, воспринимать именно в контексте наставлений садху, то есть предыдущих ачарьев. Вот и Шрила Прабхупада нам четко говорит, это было, да, это все произошло, но дело не в том, что у Арджуны были проблемы. А проблемы на самом деле у нас. И Арджуна просто их как бы озвучивает, он показывает нам, ну да, Кришне наши проблемы. И Кришна помогает нам решить эти проблемы. Об этом будет чуть дальше. Так вот, Кришна оставил для всех времен и земель. Бхагавад-гита, поведанная Верховной Личностью Бога, суть всей ведической мудрости. Это тоже очень интересный момент, потому что здесь Шрила Прабхупада как бы проясняет статус Бхагавад-гиты. Бхагавад-гиту также называют Гиту Панишат, мы знаем. И Упанишат означает сливки. Это, ну, собственно, квинтэссенция всех наставлений вед. Их изучают саньяси, но при этом здесь ее изучают Арджуна. Кшатрий, Грихасха, вот, на поле битвы, которые сражаются одновременно. Это означает, что на самом деле знание вед не такое уж элитарное. Или вот эти сливки вед не такие-то уж элитарные. Они предназначены для всех. Вот, но Бхагавад-гита, ну да, Бхагавад-гита – одно из таких. Причем это самая-самая суть. Более того, Кришна самой же в ней говорит, что, ну, собственно, это и есть. Я тебе поведаю высшее знание. Вот и предмет обсуждения Бхагавад-гиты будет дальше разъяснен более подробно. Так вот, это суть всей ведической мудрости. Сам Господь прекрасно изложил ее для тех, у кого мало времени для изучения всех обширных ведических писаний – Упанишат, Пуран и Веданта-сутры. Интересно. То есть в данном случае Упанишады – это веды, да, это все веды. Пураны – это смрити, то есть это все как бы веды плюс варнашрамы, скажем так, или, ну да, веды для людей Кали-юги, скажем так. Вот. И Веданта-сутра это веды в своем как бы самом рафинированном виде, в самом чистом, в самом таком экзальтированном виде. То есть неважно, каким путем мы идем, пытаемся мы ведической традиции следовать через Упанишады, то есть через веды Упанишады, пытаемся мы следовать такой постведической системе, то есть пуранической, либо мы следуем как бы самому-самому Веданта-сутре, на самом деле это не принципиально, все, что нам нужно, уже есть в Бхагавад-гите, этого достаточно. Она включена в великий исторический эпос Махабхарату, произведение, специально предназначенное для не очень разумных людей, женщин, рабочих и недостойных потомков браманов, кшатриев и высших слоев вайшев. Здесь, ну, важный момент, да, что вот это вот деление на общество, оно не, это не кастовое деление. Речь не о том, что вот, но речь об уровне сознания. Вот, люди, которые не получили должных самскар, самскар означает прежде всего зачатие, как произошло зачатие. Я буквально на днях видел такой чарт, такую схему, когда какой уровень рождаемости в мире, в какое время суток, какое время года. Вот. И там, ну, то есть основной пик рождаемости в мире приходится на там август, по-моему, да? Ну, или какой-то сентябрь. Вот, сентябрь.
Ну, то есть это уже говорит о том, как вообще люди рождаются в этом мире. Так вот, правильное рождение означает другое, это Гарбхадана самскара. Вот, и дальше другие самскары, то есть образование, какой человек получил образование. Если этого, ну, нет правильного, то очевидно, что человек не квалифицирован. И вот поэтому говорится, недостойные потомки брахманов, кшатриев и высших слоев вайшев. Интересно, высших слоев. Вайши тоже разные бывают. Проблема, возникшая в сердце Арджуны на поле битвы Курукшетра, была разрешена наставлениями Бхагавад-гиты. Какая была проблема Арджуны? Мы знаем, у него была, на самом деле была одна проблема – нерешительность. Он не мог решиться поступить. Это наша проблема. Мы, как недавно слушал лекцию Гуру Махараджа, он говорит, надо выходить из зоны комфорта. Все, чего мы, говорит, человек склонен залезать и оставаться в зоне комфорта. Мы создаем вокруг себя гнездышко, мы создаем вокруг себя какие-то обстоятельства приятные, мы на это тратим силы, потом, ну все, вот я, вот диван, пятая точка туда примагничивается, и в принципе, ну вот я достиг как бы совершенства жизни. Он говорит, нет, всегда нужно выходить из зоны комфорта, и чтобы сделать, чтобы выйти из зоны комфорта, нужна решимость. Нужно, потому что нужно очень четко понимать, для чего я все это делаю. Вот это основная проблема. Почему мы утром, нам трудно проснуться? Почему нам трудно переключиться с одной деятельности на другую? Почему нам сложно закончить обед, например, или там, ну, телевизор, новости, ну, что-то там в интернете. Мы залипаем на что-то. Почему мы залипаем вообще на что бы то ни было? Потому что мы не находим в себе сил и мотивации двигаться дальше. Вот, и, собственно, вот в этом была проблема Арджуны. У него не было мотивации двигаться. И у этого было четыре причины. Мы помним, четыре причины. Они были, ну, одна была супермощная, которую нам даже не понять, скорее всего. Это страх разрушения династии. Но были другие. Это сострадание, такое нормальное человеческое сострадание. Оно тоже тормозило Арджуну. Было боязнь совершить грех, да? Тоже, это тоже естественное чувство для человека. И четвертое было страх потерять наслаждение. Это тоже это естественные такие как бы инстинкты, которые человек вижу. Вот. И вот из-за них Арджуна испытывал нерешимость. Вот. И так Прабхупада говорит, проблема, возникшая в сердце Арджуны, была решена наставлением Бхагавад-гиты. И вновь, после того, как Господь скрылся от взора земных людей, Арджуна, столкнувшись с тем, что его сила и высокое положение навеки утрачены, захотел вспомнить великие наставления Бхагавад-гиты. Для чего? Чтобы восстановить свое влияние и силу? Нет. Только чтобы показать всем, что к Бхагавад-гите всегда можно обращаться в критические моменты. И не только за облегчением различных психических страданий, но и чтобы найти выход из больших затруднений, которые могут в критический час поставить человека в тупик. То есть Бхагавад-гита, Шрила Прабхупада подчеркивает универсальность Бхагавад-гиты, она не только для того, чтобы в критический момент нам помочь, но на нее нужно опираться во всю свою жизнь. На самом деле вся наша жизнь – это критические моменты, так ведь, один за другим. Просто мы прячемся от этих кризисов, мы предпочитаем как раз-таки находиться в зоне комфорта, но если честно посмотреть на свою жизнь, мы увидим, каждый день нам нужно преодолеть какой-то кризис. Вот. И это тяжелый труд. И никто обычно не хочет им заниматься. Мы видим это. Каждый день мы потом думаем, да нет, ну сколько можно? Ну я же уже предался Кришне. Ну что, мне опять, что ли, предаваться? Опять нужно перед просадом сколько там минут надо ждать? О, Боже мой. Там, нужно мантру. Опять надо внимательно мантру повторять. Я же вчера вроде бы неплохо повторял. Поэтому Чанакья Пандит говорит, никогда не будь доволен своей джапой. Никогда не будь доволен тем, как ты изучаешь Священное Писание. И никогда не будь доволен тем, как ты даешь пожертвования. Но при этом всегда будь доволен чем? Едой, которая у тебя есть, женой и зарплатой. Это аскеза, да? Это аскеза. Это аскеза ума. Быть довольным вот этими вещами. И никогда не быть довольным своим духовным уровнем. То есть всегда стараться сделать больше. Вот это вот то, что тот кризис, который нам нужно преодолевать каждый день. Милостивый Господь, теперь о чем здесь Шрила Прабхупада в этом абзаце. То есть в первом абзаце Шрила Прабхупада напомнил нам о том, что Бхагавад-гита актуальна всегда. И здесь, когда Арджуна попал в очередную критическую ситуацию, когда он снова лишился сил,
Это же было с ним на Курукшетре. Лук Гандива выскальзывал у него из рук. То же самое происходит здесь. Даже еще хуже, потому что Кришны нет рядом. Но, тем не менее, Арджуна находит прибежище в наставлениях Кришны. Для нас это, конечно, принципиальный момент. Для нас тоже, значит, в наставлениях Кришны то же самое прибежище. «Милостивый Господь оставил великое учение Бхагавад-гиты, чтобы можно было получить наставление от Господа, даже тогда, когда он невидим для материальных глаз». Это тема второго абзаца. «Материальные чувства не способны воспринимать Верховного Господа, но Господь может воплотиться с помощью своей непостижимой силы, используя для этого материю, которая также является одной из форм проявленной энергии Господа, так, чтобы обусловленные души могли воспринимать его с помощью своих чувств. Таким образом, Бхагавад-гита или любой другой звуковой образ Господа, явленный в словах истинных писаний, также является его воплощением. Нет никакой разницы между звуковым образом Господа и самим Господом. Из Бхагавад-гиты можно извлечь то же благо, какое Арджуна получил от личного общения с ним». Итак, Шрила Прабхупада сказал о том, что Гита вечна, и теперь он говорит, что Гита – это и есть Кришна, в конце концов. Удивительно, как Шрила Прабхупада емко и четко здесь описывает славу Бхагавад-гиты. И вот дальнейший, следующий абзац – это подробный разбор основных тем. Что же мы… Хорошо, я понял, Гита – это сам Кришна. И я могу услышать Гиту, я могу получить эти блага от наставления Гиты. И в чем же эти наставления? Об этом третий абзац. Верующий человек, желающий вырваться из тисков материального существования, интересно, да? Верующий человек, это значит кто? Шадаван, да? То есть человек, обладающий верой. И помните, Прабхупада об этом говорит во введении к Бхагавад-гите. Он говорит, хотя бы теоретически нужно принять, что Кришна – это Бог. Вот, тогда можно читать Бхагавад-гиту. Это называется вера. Это начальная вера, это еще не ништха, да, это такая зарождающаяся совсем. Так вот, верующий человек, плюс, смотрите, желающий вырваться из тисков материального существования, это тоже, это вторая квалификация, мумукшу. То есть на самом деле это следующий этап, или когда я, ну, фактически, это прогрессивный следующий этап. И такой человек может с легкостью воспользоваться Бхагавад-гитой. Человек, не стремящийся вырваться из тисков материального мира, не сможет с легкостью воспользоваться Бхагавад-гитой. Сможет воспользоваться, но не с легкостью. Потребуется время, потребуется усилие. Почему мы на самом деле не можем до конца воспользоваться Бхагавад-гитой, ее учением? Потому что мы не до конца хотим на самом деле вырваться из материального мира. Нас, в принципе, здесь все устраивает. Но если эта вера есть, и есть хотя бы вот это допущение, хорошо, мне нужно вырваться, то тогда мы можем начать изучать Бхагавад-гиту. И Господь, имея это в виду, давал наставление Арджуне, как если бы тот нуждался в этом. То есть это на самом деле нам было. В Бхагавад-гите изложены 5 важных составных частей знания, описывающих: первое – Верховного Господа, второе – живое существо, третье – природу, время и пространство. Интересно, что Шрила Прабхупада здесь под калой, да, подразумевает время и пространство. Ну, это очень нестандартное объяснение. Обычно мы говорим только о времени. И процесс деятельности, карма. Из них Верховный Господь и живое существо качественно едины. Очень важный момент. Прабхупада фактически всю эту, весь абзац будет говорить об ачинтья беда беда татве, о том, что об этой науке с разных сторон. Итак, Верховный Господь и живое существо качественно едины. Различие между ними описывается как различие между целым и его неотъемлемой составной частью. Очень важная вещь. Собственно, все философии, сейчас Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж дает подробный семинар по Даша Мула Шикше, то есть где он объясняет это учение «Ачинть обеды». Обеды, то есть все-таки едино. Что это означает? Единство живого существа с Господом, их различия и какие это имеет, ну, этические и практические последствия. Так вот, в принципе, он показывает там, что, ну, вся философская мысль в конце концов упирается в этот момент. Хорошо, Бог есть, но что меня с ним связывает? Он сам по себе, и я сам по себе, или мы едины с ним? А если едины, то в чем? И Шрила Прабхупада, ну, гениально, по-моему, просто гениально, здесь это все высказывает в одной фразе. Он говорит как? Различие между целым и его неотъемлемой составной частью.
То есть, в принципе, есть подобное объяснение свабавики беда. Беда, например, Нимбарки, по-моему, Нимбарки, да, она тоже говорит об этом. Но кто-то не говорит об этом, кто-то ставит другие акценты. Разные философии разные акценты делают. Но здесь, именно в Бхагавад-гите, самая такая гармоничная, самая понятная и самая рабочая схема объясняется, что есть член семьи, есть семья. Есть гражданин, есть страна, есть лучик, а есть солнце. И вот я вот так вот могу себя понять. По этим аналогиям постепенно разобраться, что я, оказывается, составная частица. Это означает, что я завишу в своем существовании от целого. Это означает, что я должен служить этому целому, потому что его, мой интерес является частным случаем его интереса. Вот это все, собственно говоря. То есть мои интересы – это частный случай, как, так же, как если я... ну, сын или там я член семьи какой-то, то мой интерес – это лишь частный случай вот этой всей. И проблема наша современной цивилизации в том, что мы оторвали себя от целого. Каждый из нас сейчас мнит себя как бы отдельным существом, отделенным существом. Это проблема, потому что материальная цивилизация современно создает иллюзию того, что я могу наслаждаться отдельно от всех. Ну, просто дайте мне Wi-Fi, и в принципе все будет нормально. Ну, зарплату, пенсию, а то есть дайте мне, я опять же создаю вот этот вот кокон, который становится моей же собственной, склепом моим же собственным. Сам же я здесь и умираю. Но, тем не менее, мы создаем для себя вот эту хьюги такую, знаете, в Дании они называют эту хьюги, это такой вот образ жизни, когда ты, I'm fine, так сказать, у меня все хорошо, комфорт, комфи, такая комфортная жизнь. Вот. Но в ней же я и засыхаю, в ней же я умираю, в конце концов. И вот это вот современная цивилизация. Итак, Шрила Прабхупада продолжает. Природа – это инертная материя, проявляющая взаимодействие трех гун. То есть природа – это что? Это механизм. А вечное время и безграничное пространство считаются находящимися за пределами существования материальной природы. Интересно, здесь Шрила Прабхупада о пространстве, он имеет в виду махаттатву прежде всего, да, то есть то, что называется авьякта, непроявленное, то, что находится за... То есть есть гуны. Гуны, первое, что такое гуны? Здесь говорится инертная материя, да. Материя – это то, что вот мы воспринимаем своими чувствами. Это машинерия, с которой мы взаимодействуем. А когда здесь говорится время и пространство, в данном случае имеется в виду не материя, да, а имеется в виду, ну, пространство как авьякта, то есть как то существование, которое мы не воспринимаем. Оно находится за пределами взаимодействия гун. Вот. Деятельность живого существа, то есть карма, определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из нее. Наклонность имеется в виду ути или васана, да, то есть то, как я культивирую свое сознание, какие вот то, что я делаю часто, то, что я постоянно делаю, оно становится для меня как колея для моего сознания, и я туда естественным образом скатываюсь. Как зимой, если вы едете на машине, то, ну, вы знаете, что такое колея, попал, и уже из нее не выйдешь. Вот это, ну, такое естественное есть ситуация. Так вот, давайте посмотрим дальше. Природа, да. Деятельность, ага, да. Или освободить из нее. В Бхагавад-гите эти темы обсуждаются кратко. Более подробно их описание содержится в Шримад-Бхагаватам. Вот это очень интересный момент, что, оказывается, те же самые темы более подробно обсуждаются в Шримад-Бхагаватам. В первых песнях, первых девяти. На самом деле, даже в первых, там, в третьей, да, в третьей объясняется, как это все работает, в четвертой. Из этих пяти категорий Верховный Господь, живое существо, природа, время и пространство вечны. Но живое существо, природа и время подвластны Верховному Господу, абсолютному и совершенно независящему ни от кого другого. Верховный Господь является верховным повелителем. Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. То есть нельзя перестать действовать, потому что то, что не имеет начала, не имеет и конца. Соответственно, можно только изменить качество этой деятельности.
Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности. И Господь, и живое существо обладают сознанием, и у того, и у другого есть чувство индивидуальности, сознание себя жизненной силой. Вот что такое сознание? Это осознание себя жизненной силой. Но обусловленное материальной природой, называемой махаттатвой, живое существо ошибочно считает себя отличным от Господа или отделенным. Вся система ведической мудрости нацелена на искоренение этой ложной концепции и на освобождение живого существа от иллюзии материального самоотождествления. Когда благодаря знанию и отрешенности эта иллюзия рассеивается, живые существа становятся способными сами отвечать за свои поступки и наслаждения. Это очень интересный момент. Становятся способны сами отвечать за свои поступки. А кто же до этого отвечает за наши поступки? И что значит отвечать за свои наслаждения? То есть, иными словами, мы отвечаем за то, что мы сделали, и за то, за те последствия, которые мы получили за свои поступки. То есть, смотрите, ответственность, на самом деле, очень глубокая вещь. Наслаждение. Наслаждение означает в скобочках также плюс страдания. Да? Ну, то есть мы отвечаем не только за свои поступки, но и за последствия. Чувство наслаждения, которое испытывает Господь, реально. Но у живого существа оно является всего лишь чем-то вроде несбыточного желания. Вот это очень любопытный момент, как Шрила Прабхупада объясняет, что такое наслаждение в материальном мире. Это факт. Ученые тоже, да, эту вещь установили, что на самом деле мы не испытываем по большей части наслаждений в этом мире. Мы испытываем предвкушение удовольствия. Я думаю, вот сейчас я буду, вот сейчас я поеду там куда там на Канары, да, например. Вот мы поедем, вот через полгода мы поедем. Или вот-вот мы запустим спутник какой-то новый, или вот скоро у меня будет Wi-Fi, или я беру чашку кофе в руки и думаю, ну вот сейчас будет оно, да, я помню, такое уже было, вот. Вот сейчас оно будет. И вот когда мы так думаем, то там в сознании, в мозгу у нас вырабатываются вот эти нейромедиаторы, да, то есть вещества, которые мне говорят, да-да-да-да-да, сейчас-сейчас оно будет. И в этот момент я испытываю экстаз, на самом деле. Вот. Но все, как только это счастье приходит, удовольствие, как только это удовольствие приходит, я уже не чувствую никакого счастья, потому что ну, в этом же нет счастья. Но оно было приятно, когда мы предвкушали это. Любая деятельность в процессе предвкушения приятная, это все знают. Но когда она наступает, как говорится, вот сбылась мечта идиота. Вот. Ну, получил, и что? А счастья-то где? Нет. Вот Прабхупада об этом здесь говорит. Что-то вроде несбыточного желания. Это разница в сознании и отличает эти две личности, Господа и живое существо. То есть у Господа нет таких иллюзий. Между Господом и живым существом нет никаких иных различий. Следовательно, живое существо всегда одновременно и едино, и отлично. Все учение Бхагавад-гиты строится на этом принципе. Вот. В Бхагавад-гите и последний абзац, тоже большой, Шрила Прабхупада говорит уже о природе живого существа. В Бхагавад-гите Господь и живые существа описаны как санатана, вечные. И обитель Господа, лежащая далеко за пределами материального неба, также называется санатаной. Живому существу открыт доступ в бытие Господа, санатану, и метод, с помощью которого оно может приблизиться к обители Господа, где проявляется свободная деятельность души, называется санатана-дармой. То есть есть санатана джива, санатана Господь, санатана духовный мир. И деятельность, которая приводит нас туда, она тоже санатана. То есть никакая, иными словами, никакая карма или материальная временная деятельность никогда не сможет привести нас к Господу. И даже смешанная преданность тоже не может привести нас к Господу. Иными словами, если мы хотим, все-таки, каков главный урок Бхагавад-гиты? Урок главный в том, что пока я не очищу свою вот эту преданность, пока я не обрету преданность и не сделаю ее чистой и беспримесной, я никогда не вернусь в духовный мир. Но, не освободившись от ложной концепции отождествления себя с материей, невозможно достичь вечной обители Господа. И Бхагавад-гита дает ключ к достижению этой стадии совершенства. Процесс освобождения от ложной концепции материального самоотождествления на различных стадиях называют по-разному. Вот это вот основа учения Бхагавад-гиты. Что оказывается, Бхагавад-гита говорит о том, как мне встать на этот путь санатана-дармы.
И Прабхупада говорит, это постепенная вещь. Не то, что вот есть черно-белое, да, есть вот кришнаиты, а есть, ну, не кришнаиты. Первые хорошие, вторые плохие. Речь вообще не об этом. Речь о том, что человек постепенно встает на путь самосознания. И вот какие-то этапы. Кармическая деятельность, эмпирическая философия и преданное служение. Вплоть до ступени трансцендентного самосознания. И здесь, то есть Прабхупада нам проясняет, на самом деле, вот она, основа всей ведической науки, в Бхагавад-гите все это есть. Просто есть карма, есть гьяна, есть бхакти. Каким путем я иду? Такое трансцендентное самоосознание становится возможным, если все вышеупомянутое связывать с Господом. Это называется, соответственно, карма-йога, да, гьяна-йога. Вот, если мы это все связываем с Господом, тогда это трансцендентный путь. То есть Прабхупада объясняет, есть три образа жизни в этом мире. Это образ жизни кармы, образ жизни гьяна и образ жизни бхакти. Вот. И каким образом я живу? Если я живу кармой или гьяной, ну что мне поделать? Я не бхакта, как мне быть? Тогда я просто связываю свою жизнь через бхакти, через карма-йогу, гьяна-йогу. Вот. Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. То есть постепенно исполняя карма-йогу, я постепенно могу подняться до уровня гьяна-йоги. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу. И вот здесь вот, вот с того момента, когда человек достигает этого уровня, то есть желание вырваться из материального мира, вот теперь его деятельность может начать очищаться уже, его бхакти начинает становиться действительно служением Кришне. Если человек занят поисками решения проблем жизни, его знания называют гьяной или очищенным знанием. Но, найдя истинное решение этих проблем, он приходит к преданному служению Господу. Причем интересно, что вот это «найдя» это не обязательно происходит. То есть, если даже человек ищет истину, это не значит, что он ее найдет. Он ее найдет только по милости Кришны. Только по милости преданного Кришны даже. Точнее, даже так. Бхагавад-гита с самого начала обращается к проблемам жизни, описывая отличие души от материальных элементов. То есть Бхагавад-гита фактически начинается с уровня освобождения. Это называется будхи-йога. Мы можем это тоже обсудить как раз. То есть будхи-йога – это духовность в материи. Это как это? Бодхисаттва еще называется, да? Духовность в материи. Это Бхагавад-гита. Духовное решение материальных вопросов. И убедительно, обоснованно доказывает, Бхагавад-гита убедительно и обоснованно доказывает, что в любых обстоятельствах душа неразрушима, а внешнее покрытие материи, тело и ум меняются с началом нового цикла, исполненного страданий материального существования. Следовательно, Бхагавад-гита призвана прекратить все страдания, и Арджуна нашел прибежище в этом великом знании, переданном ему во время битвы на Курукшетре. Шилбабада Кинджай. Ну, вот, собственно, мы все прочитали, мы сделали выводы. Давайте обсудим. А вот у нас есть какой-то вопрос, да? Нет? Нет вопросов. Пока в чате вопросов нет. Да, огромное спасибо Варджаяна Прабху за такой анализ, комментарий Шрилы Прабхупады. Он действительно там, можно погружаться. Безграничен просто. Безграничный, да. И как раз этот стих можно использовать, наверное, на Гита Джаянти как прославление самой Гиты. Очень моментов много я как бы записал. Дорогие преданные, тоже поделитесь, если есть вопросы. Да, задайте, если есть какие-то дополнения, также можно высказать, что вам понравилось, что вам. Окей. Пока. Пока преданные думают, может быть, мы могли бы эту тему поднять. Ну, еще с прошлых обсуждений у нас осталось такое, как бы, недопонимание. Ну, может быть, кто как-то по-разному понимал, почему именно Кришна выбрал Арджуну, чтобы пересказать ему Бхагавад-гиту. И были же также другие цари, были другие, как бы, великие преданные. Почему не Юдхиштхира, допустим, или Бима? Да, я тоже размышлял над этим. Как раз-таки вот в этой главе
говорится, где рассказывается о квалификации Юдиштхиры, Бимы. Там с Бимой вообще была интересная история. В принципе, Бима был очень подходящим кандидатом. Там, помните, когда описывается вот эта история Драупади, когда Дурвасса Муни пришел со своими учениками, да, и на обед к Драупади, то есть это Дурьодана его подослал, чтобы как бы подставить Юдиштхиру. И там была ситуация интересная, маленькая деталь, но важная. Когда Кришна пришел, говорит Драупади, ну, ты меня накорми тоже, меня, и все будет хорошо. Вот. И Кришна говорит Биме, Бима, иди пока за Дурвасой и скажи ему, что мы ждем его на обед, его и всех его учеников. И Бима вообще даже секунды не думал и не сомневался. То есть Бима был настолько преданным вообще Кришне. То есть там, помните, когда Юдиштхире сказал, Юдиштхира, там, скажи, что Швадхама мертв, да? Юдиштхира такой, ну как же так? Ну, как бы у него там сомнения были, да? Арджуна тоже так, ну, казалось бы, сомневался, да, в начале Гиты. Вот. Но Бима вообще не сомневался. Он просто пошел туда и сказал, Муниджи, как бы, мы вас ждем вообще, стынет еда, пойдемте скорее. Он даже, наверное, еще сам, как бы, ну, он же сам голодный тоже был уже. И он говорит, пойдем, я уже не могу, пойдемте, быстрее поешьте, чтобы мы тоже могли поесть. То есть он прям вошел в роль, он вообще не сомневался. Вот, и казалось бы, действительно, более того, ну, как Бима, он, и в соответствии там, скажем, с Мадхвачарьей, Бима это чуть ли не вообще главный персонаж вообще Махабхараты. Вот, то есть Бима это какой-то невероятный, он Хануман, он олицетворяет ну, такую глубинную вообще вот эту расу. Вот. Но вместе с этим действительно именно Арджуна был, пал как бы выбор на Арджуну, Кришны выбор. Почему? Это интересный вопрос. Я не уверен, что этот вопрос прям даже важен, потому что как бы он... Ну, то есть урок для нас не в том, какие расы связывали Кришну с Арджуной или с Бимой, а урок в том, что нужен был некий прототип, скажем так, то есть человек, на которого вот может любой равняться. Бима, он все-таки был, ну, каким-то необычным человеком, то есть у него была сила 10 тысяч слонов, он там яд проглотил, там у него там, ну, то есть он какой-то был такой немножко эксцентричный в каком-то смысле человек. Вот. И он даже мог себе позволить, ну, иметь какое-то мнение, ну, как старше он немножечко был, да? Он был, он как-то... Я не знаю, Кришна он старше был, нет? Ну, то есть у него была какая-то вот своя, что ли, какое-то настроение. Вот. Тогда как, ну, как у Ханумана, как у такой вот, ну, немножечко автономный он такой. Он очень преданный, он слуга, но он немножечко автономный. Тогда к Арджуна он был более, что ли, ну, инкорпорирован, что ли, как бы, то есть более как бы встроен в социальную такую, более социальный, что ли, человек. Вот, и поэтому для нас, я так понимаю, больше смысла именно на Арджуну смотреть, потому что он был, ну, как бы архетипичным, что ли, человеком. Так, ну, Бима немножко такой далекий от нас архетип, еще раз. Ну, я думаю, так. Но, конечно, Шрила Прабхупада отвечает на этот вопрос прямым текстом. Он говорит, что Кришна избрал Арджуну, потому что «бакто симе сакха чити», потому что ты мой преданный и ты мой друг. И Прабхупада объясняет, друг означает тот, кто не имеет никакой зависти. Вот, сакха. Сакха значит это друг, близкий, очень близкий друг. Вот. Но вот это то, как я эту тему понимаю. Если у этого вопроса есть какая-то еще, ну, практическая такая составляющая важная, вы, пожалуйста, озвучьте ее, чтобы мы тоже подумали все вместе. А между тем у нас есть вопрос, да, есть, от Мададжи Натальи. Есть. Скажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы освободиться от кармы и гьяны? С чего начать? Чего начать, чтобы освободиться от кармы гьяны? Пытаюсь понять, как бы, в чем сомнение, потому что, казалось бы, это очевидный
Ну да, как я пойму, не задавая вопросов уточняющих. Ну, то есть, если вопрос, если вы считаете нужным, напишите или скажите уточнение, что вы имеете в виду, в чем сложность этой задачи. Потому что, казалось бы, ответ очевиден. Да? То есть мы избавляемся от чего-то только за счет другого. И то есть это в Бхагаватам, в 11-й песне Кришна говорит, есть всего три способа жить в этом мире. Это карма, гьяна и бхакти. И это как три наполнения одного стакана. Это может быть либо чернила, либо молоко, либо вода. Да? И вот что там налито, как мне избавиться от чернил и воды в стакане, да? Но только один способ есть, это наливать туда молоко. Поэтому, ну, строго говоря, единственный способ, ну, как бы вот очевидный такой ответ на этот вопрос, да, что нужно практиковать бхакти, то есть слушать о Кришне, говорить о Кришне, и постепенно все остальное выйдет оттуда, из этого стакана. Чернила кармы выйдут, и вода, вот эта вот пустая вода гьяны, она тоже уйдет. Ну, это очевидный ответ. Если вы что-то подразумеваете, какие-то нюансы, пожалуйста, прокомментируйте, Матыша Наталья, чтобы мы могли... Хари Кришна, спасибо большое за ответ. Я просто... с чего начать вроде понятно, но как бы все равно... действия в этом мире, я чувствую, что остается очень много вот этого вот желания плодов своих действий, да, наслаждаться ими, что остается желание там славы, еще чего-то. И такое ощущение, что я просто стою на месте. И как бы, как понять вообще, как вот, не знаю, интенсифицировать этот процесс или что, не понимаю, как бы это делать. Спасибо. Да, спасибо за комментарий, да. Я понял, да. Да, то есть вопрос в том, кажется, что мы топчемся на месте, да. То есть вопрос не в том, как избавиться, а вопрос в том, как же избавиться. Сколько можно, как же от этого всего избавиться. Тут важно понимать, что... То есть я, да, недавно беседовал тоже с одним преданным. Он жил раньше у нас в Ашраме, в Москве. И он мне жаловался, что... То есть он как бы вышел из ашрама, там пошла его бурная социальная жизнь, и он мне стал... Он жаловался. Прошло несколько лет. Вот, и он мне, ну, плакал о том, как ему тяжело. И он тоже, говорит, такое чувство, что, ну, как бы ничего не происходит. Хотя, говорит, я понимаю, что все, вот как бы, вот, я верю. То есть Кришна для меня, это очевидно, Шрила Прабхупада, я вообще нисколько не сомневаюсь. И мы с ним обсуждали и пришли к выводу, к одному очень важному, что на самом деле метод бхакти работает. То есть вот бхакти, вот то, о чем мы сказали вначале, если просто заливать каждый день, вливать молоко в этот стакан, то точно чернила выходят, точно. Это происходит, вот насколько, если я медленно заливаю, чернила выходят медленно. Вот. Но если я лью регулярно, потому что там это же не просто стакан, а это тряска, понимаете, то есть происходит, мы как бы в движущемся транспорте вливаем туда молоко. И если мы не вливаем, то оно выплескивается. А источник чернил, он там как бы, ну, внутри. Поэтому, ну, такой интересный стакан, он уже встроенный там чернильницей. И наше сознание, иными словами, наше сознание, оно не просто... статично. Мы вот я такой раз сижу, о, так, чик, добавил сознание Кришны, там такое, раз такое, сознание Кришны. Нет, там куча, вот знаете, как есть подземные источники, да, они в озеро все время вливают какие-то, ну, свои воды, и в нашем сознании уже закреплены вот эти карма-самскары и гьяна-самскары, то есть мы уже очень сильно привыкли жить в материальном мире. Тогда как бхакти-самскары очень слабенькие. На самом деле, кто-то это зачарил, Джива Госвами, по-моему, говорит, что преданные, которые не практиковали серьезно бхакти в прошлой жизни, им очень сложно в этой жизни практиковать. Очень сложно. И это факт. Мы видим, что большинству преданных очень сложно. Но это не означает, что этого делать не надо. А другого варианта нет. Более того, по милости, ну, скажем, сразу перейдем к секрету, да, по милости Шрилы Прабхупады, эта практика гораздо легче, чем она была бы у нас без его милости. То есть вообще практиковать бхакти сложно. Шрила Прабхупада даже сказал, духовная жизнь очень сложная, но материальная невыносимая.
Это тоже, это нужно понимать. Да, да, сложно. Ну, а что мы хотим? Мы хотим легкой жизни. Ничто не легко, ничто не дается легко. Работать сложно, детей воспитывать сложно, правильно? Ну, отношения поддерживать сложно, все сложно. Бхакти тоже сложно. Нам сложно, потому что у нас такой ум, мы хотим бхакти, но мы еще чего-то другого тоже хотим. А это очень сложно. Мы говорим, ну, как бы, да, я только на Кришну полагаюсь. Ну, как бы, вот еще мне надо вот тут вот тоже себе сделать все это, позаботиться, чтобы меня никто не обидел, и чтобы обо мне хорошо думали. Вот поэтому нам сложно. Но постепенно, тем не менее, если мы регулярно делаем, это один ответ. То есть это важный момент, но это такой идеалистический, скажем так. Да? Он идеалистический, но он реальный. Тем не менее, еще раз я его проговорю, на самом деле бхакти работает. Если мы просто регулярно слушаем о Кришне, повторяем святое имя, говорим с другими людьми, вот с кем поведешься, того и наберешься. Да? То есть если мы просто регулярно продолжаем свое подпитывать сознание бхакти, оно будет у нас все больше и больше становиться. Это один ответ. Другой ответ тоже очень важный. Пожалуйста, попробуйте себя с ним соотнести. Дело в том, что есть этапы у бхакти, и мы можем думать, что, скажем, бхакти можно разделить, вот эту лестницу, или рост нашего сознания можно поделить на несколько этапов. Это этап до веры, это этап, начиная с веры до крепкой веры, он называется практика бхакти. Вот это практика. Когда у меня есть вера, очень, как здесь Прабхупада говорит, вера и желание освободиться, в конце концов. Да, вот это. А у меня уже есть это. И до, собственно, освобождения, то есть до стабильной такой твердой веры, вот этот этап называется практика, баджана крия. И есть третий этап, это после стабильной веры. То есть когда человек уже обрел крепкую, неколебимую веру, там начинается третий этап бхакти. Это уже такая очень интенсивная практика. Как вы говорите, интенсифицированная, да, но там она интенсифицируется, акселерируется, там под горку идет, потому что это вот все, что было до этого, это мы взбираемся в гору, это практика. Но когда вера крепкая становится, там уже спуск на велике, вот так вот просто несешься и наблюдаешь просто совсем. Но вот до туда еще надо доползти нам. Так вот, и важно, смотрите, сейчас мы говорили про этот этап, про практику. Мы говорим, да, надо больше практики, нужно там интенсивно, нужно там регулярно, нужно дисциплине. И мы такие все, да. Но нюанс в том, что мы можем себя накачать. И мы можем думать, что я на уровне практики нахожусь, что я вот тут практикую вообще, у меня там вера, я тут практикую. А на самом деле очень часто это не факт. И тут нужно разбираться, нужно, чтобы духовный наставник, духовный зрящий духовный человек помог мне определить мой реальный уровень. Потому что зачастую преданные какую ошибку совершают? Мы думаем, что мы практикуем бхакти, хотя на самом деле мы пока еще не можем не практиковать. Мы можем находиться на стадии до веры. И эта стадия до веры, она характеризуется тем, что у человека очень сильные вообще материальные желания. Просто вот куча всего в голове. О чем только, каких только желаний нет, и нет вот этой вот точного понимания именно в опоре на шастры, то есть прям опираясь на Священное Писание. Да, я вижу, вот Кришна, он такой, я хочу к нему, и для этого я готов регулярно прикладывать усилия. А если вот этой готовности регулярно прикладывать усилия под руководством духовного учителя нет, мы можем в принципе, диагностировать как бы отсутствие веры. Это не то, что это не приговор, тоже вот важный момент. Мы иногда думаем, что у меня нет, все, я падший. Нет, просто то, что у меня нет сильной, такой веры, сформировавшейся, это означает, что ее надо формировать. Вот и все. То есть, если я еще не нахожусь на уровне практики, баджана крии, то есть я прям не могу прям практиковать. Это означает, мне нужно рассмотреть, хорошо, какие хвосты мне нужно подтянуть здесь, чтобы утвердиться в вере, чтобы она вообще у меня была, и я мог ей руководствоваться дальше. И вот этот этап до веры, он характеризуется двумя вещами. Там нужно две вещи делать, чтобы укрепить свою веру в достаточной степени, чтобы практиковать бхакти. Понимаете, да, логику? Да. То есть, и вот эти две вещи, которые нужно делать, это не какая-то еще не практика бхакти. Это вообще другое. Но это очень важные вещи. Без них ничего не двинется. Первое – это служение преданным. И второе – это ожидание милости преданных. То есть, я не то, что служу преданным, потому что,
потому что это нравится Кришне. Ну, понятно, что это нравится Кришне, но мне-то какое до этого дело? Я пока еще не готов служить преданным, потому что это нравится Кришне. Хотя это единственный правильный мотив, казалось бы. Но я служу преданным, потому что я в большой беде нахожусь. Потому что у меня в жизни все запутано, я ничего из себя не представляю. Я во тьме, я как котенок, и мне нужен какой-то просвет. Я хочу, и поэтому я хочу милости преданных. Я им служу, и я жду их милости. Это означает, я слушаю лекции Шрилы Прабхупады не как практику, а как вот глоток воздуха. Как глоток воздуха просто. Я просыпаюсь, я включаю лекцию Шрилы Прабхупады. Вообще, как бы, кто я вообще, для чего я живу? Что мне делать? Не как мне делать, практиковать, да, а именно что мне делать? Вопросы как, они возникают, когда есть уже целеустремленность, вот это целеполагание в бхакти. Но до этой целеустремленности, до шрадхи, которая еще называется вьявасаятмика будхи, извиняюсь за санскрит, как говорится, да, или называется будхи-йога, то есть до того, как человек вот прям решительно практикует, до этого я нерешительно практикую. Это даже вообще не практика называется. Это называется быть около преданных. Ну, как бы это быть благожелателем, быть другом преданных, быть как бы sparring devotee, да, то есть я просто хочу стать преданным. Это нормально. Это, и наша как бы сложность в том, что мы зачастую не можем признаться себе в этом. Мы думаем, ну, я вот как бы, я преданный, я практикую. И при этом у нас регулярно какие-то сбои, ну, мы не можем стабильно это делать. Может быть, это, опять же, я не утверждаю, да, про вас тем более, я не знаю, как это, но очень часто вот этот сбой есть именно в понимании своего уровня. И в этом случае нужно, ну, искать этого духовного руководства, ну, к преданным обращаться, пожалуйста, подскажите, что, как, и искать вот эту милость преданных, служить. Это, а служить, как мы служим преданным? Это, ну, можно, конечно, там каркадея привести, там, да, или что-то еще, но на самом деле служить означает слушать прежде всего. То есть я слушаю и пытаюсь понять, чем живет этот преданный, что для него ценно, о чем он переживает. Это служение. Служение означает переживать за кого-то. Вот что такое служение. Это не просто, ну, там, что-то делать для человека. Вот, детям служить, это что значит? Это же не означает там вязать носки. Вот. Но если я вяжу носки, потому что я переживаю за них, вот это служение называется. Или если я, мама, привет, как дела? Ну, давай, пока. Это что такое было? Послужил, что ли? Нет, вот если я переживаю, мама, что там, как, а это, а вот то, а вот ты мне говорил в прошлый раз. И какую-то там ерунду, может быть, она говорила, но я об этом помню, потому что это и для нее важно. Вот, это служение называется. Так вот так же и с преданными. Мы служим преданным, это означает, мы учимся переживать за них. Вот, и тогда постепенно у нас вера появится по милости этих преданных. Вот, поэтому, как вывод, я предлагаю такой, ну, как бы, чтобы не затягивать, если мы чувствуем, что мы топчемся на месте, то нужно осмотреться, а какие якоря вообще? Да, может быть, то есть мы гребем, может быть, я правильно гребу, но якоря-то я еще не отбросил. То есть, а вообще у меня есть желание, ну, Кришне-то, ну, вообще практиковать. Ну, есть желание практиковать? Может, человек может сказать, ну, я вот тренируюсь, я вот хожу в спортзал каждый день. А у тебя мотивация-то есть, строго говоря? Без мотивации там как бы нет смысла в дисциплине. А дисциплина, она может помочь мотивации. Она ее питает, дисциплина. Но начать нужно с мотивации, тем не менее. Поэтому, когда мы приходим в какой-нибудь там спортзал, первое, это всегда идет, ну, такой разгон как бы. Вы кто такие? Вы зачем пришли? Ну, как бы нам на мотивацию сначала говорят. А потом уже идет практика. Вот. Это совсем вкратце. Хари Кришна. Вот еще есть пару вопросов. Да, Йогишчандра. Йогишчандра. Йогишчандра, проявляйся. Хари Кришна, Враджарену. Хари Кришна, Йогишчандра. Мне вопрос насчет Арджуны есть. Там какие качества он обладал, что Кришну выбрал? Там есть всякие изначальные качества, что Арджуна обладал лучше, чем остальные, потому что когда они шли в горе, ну, 3-5 пандавов, последний же остался Юдхиштира, то он был по качествам лучше, чем Арджуна. Ну, то есть мы возвращаемся к тому же вопросу, который уже задал. Вопрос, это хорошо. Каким качеством должен обладать преданный, чтобы Кришна его как-то более-больше заметил? Или как-то так?
Ну, жадный вопрос, эгоистичный, эгоистичный, но, может быть, у вас есть ответ. Ну, ответ мы знаем все. Он в том, чтобы Кришна заметил, нужно удовлетворить преданного Кришны. Это единственный способ, потому что чтобы Кришна ему Бхагавад-гиту рассказал, да? Кришна Кирти говорит. Интересно, похоже, у вас какое-то обсуждение тут было, которое я не был свидетелем этого обсуждения. Я чувствую, что ну, меня могут сейчас куда-то подмять под какую-то позицию. Но идея простая. Мы знаем, что две вещи здесь. Первое, сам Кришна говорит, я уже это озвучил, ты мой друг, и ты мне не завидуешь, это первое. Такой преданный достоин милости. Другой момент, нужно удовлетворить преданного Кришны. Вот. Это мы тоже знаем. И есть еще третий момент, да, я вспомнил. Кришна говорит об этом. Таттену кампан су самих шамано, буджан эват макритам випакам, хридвак вапур бхир видадхан намасте, дживета йо мукти паде садая бхак. Кришна, это Господь Брама говорит в 11-й песне, в 11-й, да, или в 10-й, 10-й песне Шимад-Бхагаватам, говорит, что кто достоин милости Кришны? Очень интересный стих, прям ушки на макушке, вот ответ на самый главный вопрос. Кто может удостоиться милости Кришны? Во-первых, в этом стихе говорится, что милость Кришны, ее нельзя заслужить. Нельзя заслужить. Потому что если... Тогда это не была бы милость. Что милость не заслуживает. Милость приходит беспричинно. Просто потому, что она исходит... Во мне нет никакой причины, которая могла бы привлечь милость. Причина милости находится в том, кто милость дает. Все. То есть она в нем. Понимаете, да, что значит беспричинно? То есть нет такой во мне, я ничего такого не могу сделать, чтобы привлечь милость. Ничего. Милость в нем, в том, кто дает эту милость. Так вот, Господь Брама говорит, «Дживета йо мукти падэ садая бхак». Он говорит, что милость можно получить только по воле того, кто ее дал. И он сравнивает это с наследством. То есть я ничего не сделал для того, чтобы получить наследство от отца. Там... Я помню, моему брату достался в наследство нож такой охотничий нашего отца. Ну, не только, но как вот там нож, да. Он ничего не сделал, чтобы этот нож получить. Ну, такой хороший охотничий нож. Ничего такого не сделал. Но просто отец как бы оставил ему. Вот. Это естественно происходит. И точно так же милость Кришны, ее нельзя никак заслужить. Она просто естественно придет. В положенный срок причем. Вот. Но что же я могу делать со своей стороны, чтобы эту милость получить? Чтобы вот Кришна мне раскрыл свое знание или там еще что-то в той мере, в которой он хочет. Для этого Господь Брама говорит, надо просто оставаться, продолжать быть самим собой. Станесхи там, шутига там, Данван Маномер. Он говорит, в конце концов, просто оставайся тем, кто ты есть. То есть не меняй каких-то, не надо искусственно ничего менять в своей жизни, пытаться там ну, карму, яну практиковать. Просто вот какой есть, просто слушай, говорит о Кришне. Танван Манобир. И, то есть кланяйся Кришне своим умом, речью. Речью, значит, мы говорим, умом, значит, мы слушаем о Кришне. И тану, телом. То есть мы делаем какое-то служение для преданных. Вот. И так постепенно, просто живя эту жизнь, проживая ее честно, оставаясь, никого из себя не корча, никого из себя не строя, просто будучи самим собой, исполняя свои обязанности в рамках общества, семьи и так далее, но при этом развивая параллельно вот эту вот привязанность к Кришне, стремясь влюбиться в Кришну внутри, через слушание о нем, через повторение его святого имени, мы просто будем сами собой, и в определенный момент это наследство просто придет к нам. И все, не нужно никаких усилий прикладывать, чтобы получить наследство. Ты просто получишь его с течением времени, и все. Ну, такое тоже можно. Вот ответ. Терпение. Спасибо. Спасибо большое. Тут есть еще вопрос от еще Ватсалы. Да, тогда я его тоже озвучу. Что у нас был вопрос еще до этого в обсуждениях. Также мы касались Наранарайана Риши. И вопрос в том, что... А давайте секунду одну. Вот тут, похоже, важный комментарий от Матаджи Натальи из Сталина. Из лекции Бхактивиньянга с вами. Один смешной момент, когда Нарада приходит к Арджуне и начинает прославлять. Это, я так понимаю, чтобы закончить эту тему. Когда Нарада приходит к Арджуне и начинает прославлять Арджуну и говорит,
ты такой бхакта, это из Брихат Бхагаватамрита, да, похоже, ты такой бхакта, Кришна тебе рассказал Бхагавадгиту. И мы знаем, что Бхагавадгита – величайшее писание, что люди всей Индии до сих пор поклоняются ей. Мы читаем Бхагавадгиту, мы каждый вечер даем лекции по Бхагавадгите. Когда Арджун это слышит, он начинает плакать и говорить: «Кришна меня обманул, когда рассказал Бхагавадгиту. На самом деле меня ничего за нечего, меня нечего за это прославлять, потому что если бы он меня ценил и доверял мне, он бы мне что-нибудь другое рассказал». Что-нибудь другое. Шримад Бхагаватам. В Бхагавадгите он мне просто рассказал про карму, про гьяну, и ничего не рассказал про бхакти. Интересно, да? Ну да, это интересный комментарий. То есть, иными словами, ну, конечно, здесь Арджуна кокетничает, ну, в каком-то смысле. То есть, ну, про бхакти там тоже было, но только намек. Это факт, да. Ладно, хорошо, спасибо. Ага, давайте вопрос еще даваться попробую. И каков его контекст тоже, да? Еще даваться пробую, если есть возможность немножко нам контекст тоже и проявиться, рассказать. Хари Кришна. Хари Кришна, мои поклоны. Да, поклоны еще даваться уже. Хотел, ну, просто мы читаем Нара Нарайана Риши в Пранама Мантре, и ну, где-то он упоминается. И вот я прочитал вот шлоку вот, из Шримад Бхагаватам 4.1.59, где Нара Нарайана Риши воплотился ну, в родах Яду и Куру, как Кришна и Арджуна. Я хотел узнать, это одна личность или две личности? И ну, просто понять, внутри беспокойство вызвало. Хочется, чтобы кто-то раскрыл эту татву. Вот. Без, ну, такие страдания буквально. Хочется ясности. Если, может, расскажете. Ага. Да, я где-то слышал недавно объяснение подробное. Сейчас не помню. Давайте вы чуть-чуть потерпите страдания. Еще 20 попробую. Если никто другой сейчас не готов их успокоить, то я посмотрю, я вспомню, где я. Я прям недавно очень однозначное объяснение слышал, может быть, от Гуру Махараджи даже. Я посмотрю и могу вам потом сообщить. Или кто-то, если готов, сейчас, пожалуйста. Но это такой момент, да. Тут важно, конечно, понимать, почему нас это интересует, вообще действительно ли это важно. Нара Нарайана Риши. То есть я помню хорошо, что в одном комментарии Шабрупад говорит, что это не то, что Нара Нарайана Риши стали Кришной и Арджуной, да, это важно понимать, это наоборот происходит. Но мы так иногда, ну, говорим, чтобы увидеть, то есть иногда мы нарушаем причинно-следственную связь для того, чтобы подчеркнуть какие-то специфические ну, нюансы. Например, мы можем сказать, что Кришна является воплощением Вишну, потому, для того, чтобы просто подчеркнуть, что он и есть тот самый владыка. Да? То есть мы иногда меняем как бы вот следствие с причиной для того, чтобы ну, показать какую-то сильную, одну важную черту. В данном случае, если мы говорим про Вишну и Кришну, то мы подчеркиваем, что Кришна – это Бог все-таки. Не просто мальчик-пастушек, но это Бог, потому что он из Вишну исходит. Но вообще, честно говоря, он не исходит из Вишну, да? Наоборот происходит как раз-таки. Но мы так иногда говорим. Точно так же в этой ситуации, когда мы говорим, что Кришна с Арджуной зашли из Нара-Нарайана Риши, неважно, один это человек или два это человека, Нара-Нарайана, я сейчас не помню, это можно найти. Я прям реально недавно слышал. Вот. Но смысл в том, что это лишь это намеренное искажение причинно-следственной связи для того, чтобы подчеркнуть, что ну, в данной ситуации на поле битвы Курукшетра Кришна и Арджуна проявили величайшую мудрость. То есть как будто бы, смотрите, так же как бы власть или величие Кришны исходит из Вишну, казалось бы, да? Точно так же и вот эта мудрость, которую проявили Кришна и Арджуна на Курукшетре, они как бы исходят из Нара-Нарайана Риши. Хотя на самом деле это Нара-Нарайана является проявлением Кришны и Арджуны, там, да, ну, Кришны, скажем так. Вот. Но в каких-то ситуациях мы можем поменять причинно-следственную связь для того, чтобы подчеркнуть какой-то важный момент. Вот. Да, вот тут комментарий от матушки Натальи, как раз ответ
можете скопировать, пока чат не исчез. Я еще два слова. Посмотрите в чате, там есть цитата, что это два человека, Нара и Нараяна. Вот, ну, там, да, прочитайте из комментария к 1.3.9. Ну, то есть там, как бы, я слышал, это уже разные там нюансы какие-то этого момента, поэтому не то, что мы его сейчас решили. Я просто хотел обратить наше внимание именно на то, что мы иногда как бы обращаем, мы зацикливаемся на каких-то вещах, которые не надо обращать внимание. То есть там специально меняется, как помните, в одном стихе в Шримад-Бхагаватам говорится, что недавно мы его, по-моему, даже с вами затрагивали, там говорится, что сначала человек, как там говорится, человек сначала очищается, не помню точно, такое очень интересное, если вспомню, то есть там прям, там Ачарья объясняет, что на самом деле, прям Вишванатха Чакраварти говорит, это, там какие-то процессы бхакти описаны, что сердце очищается, и потом приходит вкус, что-то такое, я сейчас не помню. Вот. И он говорит в комментарии прям, на самом деле все наоборот, все точности наоборот, но поскольку это происходит очень быстро, это другое объяснение, почему иногда меняются причинно-следственные связи. Поскольку это происходит, ну, мгновенно, поэтому иногда одно за другим, поэтому иногда можно даже воспринимать это наоборот. Это как, знаете, когда машина едет, ну, я так, ну, вот машина едет, и у нее колеса крутятся же вперед, да? Вот. Но когда вы смотрите сбоку, вам кажется, что колеса назад крутятся. Видели, да, такой эффект? Вот. То есть, поскольку очень быстро какая-то вещь происходит, иногда нам кажется, что процесс обратный. Точно так же иногда вот такие вещи бывают. Мы говорим, что Кришна и Арджуна проявление Наранараяны Риши, хотя на самом деле это наоборот. Но сказать так не будет ошибкой. Сказать, что колеса крутятся назад, тоже не будет ошибкой. Ну, потому что мы видим кручение назад. Это не колеса крутятся, это некий образ крутится, но тем не менее оно есть. Ну, вот такие моменты. Есть еще вопрос у Йогисчандры. Наверное, уже в заключение будем. Да, маленький вопрос. Слышно меня, да? Да, слышно, но вопросы все маленькие, поэтому это не... широкие. Напоминали Шрадху, как она там проявляется. Мне просто какая разница между Шрадхой и правильное санскритское слово, как это было, Шастра и Шрадха. Какая разница есть? Что Махарадж говорит, что Шрадха это один какой-то уровень, а это Шастра и Шрадха это как... Нет, это не разные уровни, это разные типы шрадхи. Простые. То есть, ну, об этом по-разному называется. Есть, ну, скажем, если давайте терминами забомбим друг друга, да, то есть шрадха означает вера. И она, в принципе, шрадамая ямпуруша, то есть человек соткан из шрадхи. Шрадха есть у всех. Если я вообще что-либо делаю, я это делаю, потому что я верю в том, что это принесет пользу, в том, что это принесет какой-то результат. То есть у меня есть шрадха, она всегда есть какая-то. Но духовная шрадха есть двух видов. Именно вот эта шрадха, которая может мне позволить Кришне идти. Она есть настоящая, а есть ненастоящая духовная шрадха. И вот ненастоящая, она называется лоукика или балатутпадита шрадха, да? Что означает... Что означает, что я верю в Кришну не потому, что вот прям мне это нужно, а потому что, ну, вокруг все верят. Вот. Так смешно звучит. Мы все видим. Да, вот, прикольно. Вот, так вот, вот это вот логика шрадха означает, что я верю в Кришну, ну, потому что мои родители преданные, мои там, ну, друзья вокруг преданные. Ну и, в принципе, я прихожу в общество преданных, мне неплохо здесь. Вот это вот такая ненастоящая вера. Потому что я, ну, сейчас скажу, какая. Еще она называется балатутпадита, что означает навязанная силой сверху. Да, навязанная сверху. Вот, балатутпадита. Это означает, что, ну, мне сказали, нет, ты должен. Ну, то есть меня поставили в какие-то, опять же, социальные рамки, и я вынужден верить. Я, может быть, сам себе накрутил, что я верю даже в Кришну. Вот. Но потом как бы жизненная ситуация, испытания, они могут показать, что веры не было на самом деле. Так вот, что такое настоящая вера? Теперь обратимся к ней. Она тоже двумя терминами называется. Либо она называется свабавики, шрадха. Свабавики означает натуральное, естественное, настоящее. Либо она называется шастрия, как раз, как Ишчанда сказал, да? Шастрия. И, ну, по сути, это означает, что я верю
Не просто в Кришну, которому поклоняются мои предки, например. Или не в Кришну, не только в Кришну, который там, ну, там, мои родители, например, да, его почитают на алтаре Горнитай. А я верю в Кришну, о котором я узнал из Священных Писаний, даже не столько из Писаний, сколько она на самом деле не в Писании. Это вера в послание святых, которые озвучивают мне позицию Писаний. Вот, если я, слушая святых, услышал от них шастру, сказал, а, вот так, вот такой Кришна оказывается, вот к этому Кришне я хочу. А вот такая вера называется шастрия. Поэтому вера – это и есть шастрия Шрадха, но ее подобие может называться Лоукика там, или Бхагавадгита, то есть это какая-то другая вера. Ну, это такие, как бы, в принципе, базисные вещи, вы же знаете, просто мы вспоминаем. Вот, хорошо. Все, да? Спасибо. Спасибо огромное, Раджарана Прабху, за такой объемный и комментарий Шрилы Прабхупады, и пояснение очень важное для нас, чтобы опять же возвратиться к этим истокам Бхагавадгиты, чтобы сделать основу ее для своей жизни, для своей практики. И через Арджуну понять наставление Господа Кришны и принять его к своей практике, к своей духовной жизни. И что через Арджуну Кришна говорит нам всем. Это тоже очень-очень важный момент, как бы понять, что это для меня все это делается. Как бы понять то, что как бы это кого-то касается, кто-то там какой-то духовной жизни чей-то. Но тут нам понять нужно то, что это касается меня, это важно мне. Такой очень интересный момент. Хорошо. Дорогие преданные, есть еще тут комментарии немножко... Да, Наталья. На этом мы, наверное, завершим сегодняшнюю встречу. Да, поблагодарим Раджарану Прабху за лекцию. Будем ждать следующей встречи. И также поблагодарим всех преданных, которые участвовали в сегодняшней встрече. Принесем свои смиренные поклоны. Ванчикал, патарубеща, крипа, синда, бьявача, патита, нам, павана, бьявачна, бьявана, мауна, натакоти, вачна, вринда, киджай. Да. Киджай. Да. Спасибо еще раз большое, Раджарану Прабху.